Всем привет! У нас сегодня просто потрясающий солнечный день. Мы идем на море. К морю мы давно там с вами не были. И мы купили по дороге мячик. Виолетта, покажи. А он оказался не круглый. Впервые у нас такой мячик. Он овальный. Мы купили яйцо. Надутое яйцо. Сегодня вторник. У нас там рынок. Но мы мимо и к морю. Виолетта высказала предположение. Говорит, а может это яйцо? И из этого яйца вылупится еще один мячик. Мы на Барбаросса, возле Шока, уже до боли знакомая вам улица. Нам просто немножко нужно по делам сначала к Мегросу пойдем, потом очень хочу купить щербет, напиток, и пойдем к морю. Смотрите, возле Мегроса у нас выкладывают улицу, которая ведет к улице Ататюрка. Очень классное солнышко, вот он Мегрос. Так тепло даже в теньке. Вы знаете, я оделась как капуста, думаю, солнышко солнышком. А будет ветер холодный, ничего подобного. Ветер тоже теплый. Мне, конечно, сейчас очень жарко, но не хочется куртку нести в руках, поэтому я продолжаю идти в куртке на распашку. До моря мы еще не дошли. Я очень надеюсь, что мы туда все-таки дотопаем. Источ-базар, который уже открылся. Помните, я делала анонс, когда мы ехали в Аланию. Я увидела рекламу. Смотрите, он именно в здании Большого Мегроса. Сегодня я решила взять вот в этой красной, это из какого-то геленджик, это цветок, вот 2,5 лиры, щербет. Сегодня пробую, все время пила в зелененькой упаковочке, бутылочки, сегодня с красненькими листиками пробую. Вот оно наше море, потрясающее море, сегодня очень спокойно, так тепло у воды, и так мы соскучились по этому запаху морскому. Но сейчас я хочу показать, что мы купили, немножко вот так вот вам поближе, что мы купили и сколько стоит. Вот наш счет. За все мы отдали 15,93. Сейчас будем по отдельности разбираться, что сколько стоит. Появилась новая денежка, 1 куруш. 2015 год, но мне первый раз, вот прям первый раз мне дали на сдачу. Я даже удивилась и улыбнулась. Первое, что у нас на обзоре с нашего пакетика, это щербет, с которым вы уже знакомы. Новый вкус, буду пробовать, скажу. И натуральный узюм сую, это из зеленого винограда сок. Значит, сок из зеленого винограда, бутылочка, это 200 мл, она стоит 2,45, а щербет стоит 2,50. Следующее в нашем обзоре, это органик пюре из банан, челек, значит, банан. Это я просто заглядываю, так смотрю. Яблоко, дыня и клубника. Посмотрим, что за оно. Предполагает как бы реклама, что оно абсолютно натуральное детское пюре. Оно стоит 2,50. И вот такой сок детский, там апельсиновый нектар, он стоит 80 куруш. Кетчуп мы взяли просто для дома, потому что мы его очень любим. И этот кетчуп стоит 3,45. Куруйджу и чермес, это без консервантов. Значит, дальше наши чипсики, мы уже с вами знакомы были с этими чипсиками. Здесь у нас получается 200 грамм, 2,98. Натуральные чипсики, они из муки, из разной, короче, микс муки. То есть там и кукурузная, и пшеничная, и рисовая, все вместе. И вот такие, соломка такая, кракс, она, по-моему, стоит лиру 25, да. Ну все, теперь море, только море. Соскучились по морю. Можно камешки побросать? Проваливаясь периодически в песок, тогда получаются такие рыбки у нее. Давно-давно мы не были на море. Надеюсь, на этот раз мы уйдем сухие, именно поэтому мы в море зимой часто не ходим, потому что моего младшего... Почти! Эртанчик, отойди подальше! Моего младшего ребенка очень тяжело оттянуть от воды. Он возвращается домой мокрый. Это очень-очень опасно. Потому что вечером у нас становится все-таки прохладно. Эртанушка, сделай шаг назад. Эртанчик.
вот наша точка, где мы упали, просто шли, поставили пакеты. Дети сейчас трескают чипсы, очень их любят, мне тоже нравится. Только в этот раз они немножко островатики, до этого более такие мягкие специи. Так соскучилась по морю, что даже не хочу ничего говорить, не хочу нарушать этот замечательный, прекрасный шум моря. Хочу, чтобы вы им тоже наш красный закат. Видите, на песке прям отражение такое красное. Уже все. А нет, еще вода отходит, и оно есть. Подойду поближе. Соскучился по лету и перепутал лето с зимой. Алло, ты что себе закапываешь? Чудо ты мое. Что ты хочешь? Закопать тебя? Сейчас не лето, зайка. Сейчас не лето, никто никого не закапывает. Это зима, миленький ты мой. Все, садится наше солнышко. Наше солнышко уже совсем село, и мы двигаемся, скорее всего, в детский парк.
пойдем. Все, солнышко село, мы уходим, прощаемся с этой красотой. Нам хорошо, мы прощаемся ненадолго. Кажется, что живем на море, можем в любой момент прийти. Да, прийти можем, но как-то все не получается. И вот они, горы Анталия и Кемер. Сегодня видно, водичка очень спокойная. Видите? Вот это наша Алания, Аланийская гора. А это Анталия и Кемер. Вот он наш закат, вот он наш вечер. А мы двигаемся в город на Барбаросса. Мы с набережной выходим на Барбаросса, и мы идем по улице, которая ведет к Мегросу. Вот он здесь виден. И мы идем прямо. Еще, правда, не определились, мы пойдем в парк или куда-то еще пойдем. Но вы знаете, у нас всегда планы меняются по дороге. Стремительно меняются. Меня спрашивали про ресторан грузинской кухни. Вот он, Хинкали Хаус. Я сегодня проходила, видела, там что-то ремонтировали. Что-то дополняли. Ни разу не была. Поэтому ничего сказать не могу. Но главное, что вот он есть. Вот он. А мы движемся по направлению к Мегросу. Вот видите, где оранжевая слева надпись, это уже Мегрос. А дальше куда, мы еще не решили. Наша вечерняя улица Барбаросса. И смотрите, за сегодня уже выложили вот такой достаточно большой кусок. Посмотрите, здесь вообще все очень быстро делается. Проверим, насколько быстро. Будем ходить мимо и смотреть. Ну, я думаю, что дня два и все будет готово. Просто Махмуд Ларну просто красавец. Он так сейчас красивый, но станет просто чудным. Шли сейчас, и дочка вспомнила историю, как она в первом классе, когда мы жили в районе Оба, она училась там в школе, ее привозят в сервис. И я смотрю, сервис, это я вам показываю, подготовили, завтра будут выкладывать здесь. И я смотрю, ее сервиса долго нет. Я уже так заволновалась. Отправила мужа, говорю, иди посмотри, что там, где ребенок. Он выходит, а у нас как раз перед домом тоже ложили, клали эту плитку. И он выходит и хохочет, говорит, она там с рабочими вместе помогает. Мне говорит, такая помощница, так хорошо, говорит, нам помогает, все хохочет. Вот такая у меня дочка. И смотрите, это будет вся улица. Мы сейчас перешли, мы идем в парк, все-таки детский заглянет, там наши друзья должны быть. И дальше тоже подготовили, дальше тоже будет все уложено до улицы, это тюрка. Проходим мимо, да ладно, уже тебе рука занята, не маши. Проходим мимо Лаканты, по-моему, Гюнеш она называется. Ни разу, да, Гюнеш, ни разу мы здесь не кушали, но выглядит симпатичненько. Может, как-нибудь опробуем, но не сегодня.